Дождался, когда стемнеет. Ночью был дождь, то есть дорога сырая. Сейчас с вами прокатнемся, ну и в среднем посмотрим. Конечно, то, что новая оптика, это однозначно. Любую оптику новую поставь, она будет яркой, чистой. Такой, отлично смотрится. Ну и, конечно, от заводской отличается за счет того, что стекло здесь вот пошире оно, как бы, смотрится такие. Знаете, фары побольше стали. Вот. Встал я специально к стене, чтобы вам показать светотеневую границу лампочек. Напомню, у меня стоят светодиоды Narva, по-моему, 6000 кельвинов. Видео будет в описании предыдущее, где я рассказывал именно про эти лампочки. То есть, как видите, граница офигенная. Я даже заезжал на стенд с этими лампочками. Никакого засвета, не слепят они, вот эти именно лампочки. То есть претензий к ним нету. И то, что многие пишут, поставьте лампочки в другое место, я уже по этому поводу говорил, что если лампочки, которые раньше заказывал с AliExpress, да, они светили как бы вот кругом. Здесь четкая граница, поэтому они слепить, ребята, не будут. Так, давайте сейчас я вам дальний включу, посмотрим. Ближний, дальний. То есть с границей мы с вами определились. Лампы светят, светодиодные, нормально, никого не слепит. Давайте прокатнемся, посмотрим, как на дороге. Выехал на асфальт, еду специально потихонечку. Вот примерно так это будет выглядеть. На ближнем свете, с теневой границей, по асфальту. Есть ли разница с заводскими? Есть, но не критичная. Смотрите дальний. Ближний. Сейчас давайте остановимся, я вам расскажу, в чем разница. Смотрите, вот вышел с машины, присел и смотрю на фару. Видите, не слепит. Хотя сижу вот, прям смотрю на нее. Ладно, в чем разница? Смотрите. Показываю, в чем разница. На мой взгляд. Так, вот так встанем. Свет ровнее, намного ровнее. А заводскими отражателями было пятнами. Найду, если вставлю разницу. То есть пятном светило здесь. И то светило здесь, и на этой фаре также. На этих отражателях, смотрите, свет идет равномерно. Очень сильный ветер. А свет падает равномерно. Вот мне прям нравится. Хотя стоят светодиодные лампы. Никаких пятен я не вижу. То есть все-таки в отражателях разница есть. И цене разница есть. Вот эти вот фары стоят 3000 рублей. Заводские фары стоят, не буду врать, не узнавал, но что-то в пределах 500 рублей. Вот. Думайте сами, ставить, не ставить. Есть деньги, поставьте. Но я как и говорю, что не критично, но поровнее. Вот эти вот, и естественно они новые. Они блестящие, они красивые. Это однозначно, да? Вот. Вот я вам показал в реале. Сейчас с видеорегистратора файла возьму, посмотрю. Я там в гараж заезжал. Если у меня видеофайлы остались, я следующая картинка, посмотрите, отличается, не отличается. Вот. В принципе, купил специально для вас. Не знаю, зря, не зря. Потратил эти деньги. 3000 рублей. Вот. Самому было просто интересно, очень интересно сравнить эти фары. Очень много людей про эти фары говорят. У меня ребята поставили, тоже говорят, что Виталий вроде бы как бы лучше. Думаю, вот
прям поехал, прикупил, вот поставил. Думаю, вот, наверное, не знаю, в чем может быть такое отличие глобальное, да? Но все-таки есть. Но не критично. Смотрите, смотрите сами. Определяйтесь. Вот. Все на этом, наверное. Сейчас еще раз прокатнусь, ближний, дальний. И посмотрим. Подписывайтесь на канал. Пишите, самое главное, свои комментарии. Что вы думаете про свет. Потому что сейчас вот осень, уже ближе к зиме, дорога мокрая. И уже на самом деле с заводскими фарами и с родной лампочкой, ну нифига ничего не видно. Просто не видно. Вот. С этими лампами и с новой оптикой, ну я считаю, что как бы нормальный ход. Более-менее видно. Все, жду в гости на канале. Ребята, всем пока. Итак, еще вид с машины. Первая передача, качусь. Ну и смотрите, вот сами. Дальний. Дальний очень хороший свет. Вот так вот, наверное, будет лучше видно. Дальний. Вот ближний. Хороший свет. Так, это я включил уже балку 120-ваттную и противотуманки у меня. То есть видно вообще отлично стало. Посадочку, видите, освещает. Это с учетом, если еще балочку поставите или противотуманки. То есть сбоку, кто будет идти, всех будет видно. Да? Видите, заметили? Вот смотрите, включаю балку, оп, дальний, ближний. То есть по бокам уже родной свет не освещает. Вот смотрите, сейчас пешеходный переход подъезжаю, и справа стоит остановка. Вот, мы ее не видим. Включил, сразу видно остановку, да? Заметили? Боковой свет. Выключил, только освещает дорогу. Вот 6000 кельвинов. Все, думайте сами, выбирайте сами. Ну и, конечно, интересно посмотреть, как со стороны встречного автомобиля, да? Вот я дошел, свет заканчивается. Смотрим. Вон Нева стоит. Ну, я не знаю, сколько я прошел. Метров 20, наверное. Давайте дальше отойдем. Метров 30 вот я отошел от автомобиля. Смотрите, сел. Увеличиваю. Не фокусирует. Ну, смысл понятен. Не ослепляет, все отлично. В принципе, фарами доволен. Буду кататься с этой оптикой. Ближний, дальний хороший, ровный свет. Вот, смотрите, иду. Отличненько, отличненько. Можно было, конечно, не менять. Но ради вас. Все ради вас. Все отлично. Ну, смотрится, конечно, интереснее. Вот, реально. Как-то они побольше, что ли, стали. Вот. Такое ощущение, что вот они за счет того, что стекло потолще, они вот такие интересненькие стали. Нормально. Все на этом.